Приветствую, дорогие друзья! На связи Андрей Елисеев, и сегодня у нас презентация наших денежных потоков, очередная наша дружная, кажется, встреча. Все, кто будут смотреть данную запись на YouTube, конечно же, подписываемся на канал. Ну, а сейчас все, кто в чате, конечно же, добавляем участников, чтобы все, как говорится, успели услышать эту крутейшую информацию. И как хорошо, что 7 лет назад уже скоро будет, очень скоро будет мое 7-летие в сообществе. Как хорошо, что я не ступил и услышал эту информацию. И как хорошо, что я взял ее с собой по жизни. И благодаря этому в моей жизни все очень-очень хорошо. По одной простой причине. Потому что я беру все возможности сообщества, а они колоссальны. Потому что сообщество развивается уже 12-й год. Ну что, поехали, дорогие друзья. О чем мы сегодня поговорим, да? Вообще, во-первых, нужно глобально понимать, давайте с самого начала еще раз, я еще раз вам напомню, нужно глобально понимать, как устроен этот мир, как устроены деньги, что такое эмиссия, что такое распределение денег через банковскую систему, откуда деньги появляются и что такое перераспределение денег через банковскую систему в рынок, да? И как они в рынке перераспределяются. Вот с этими параметрами надо вот очень серьезно разобраться. И если вы еще не знаете вот этой глубины, да, про деньги, вот рекомендую затормозиться здесь и начинать разбираться. Потому что если вы не начнете с этими параметрами, с этими понятиями разбираться, то чем бы вы в жизни ни занимались, вы рано или поздно будете обратно возвращаться к деньгам. К их нехватке, либо к их неправильному пониманию и управлению. Потому что деньги – это не математика, деньги – это психология. Еще раз, психология. И психологии управления денежными потоками вас никто с детства не учил, так же, как и меня. Но, слава богу, мне хватило, как говорится, мудрости остановиться и начать тестировать эту информацию. И слава богу, что я это сделал. И на данный момент имею честь, кажется, вещать вам, рассказывая об этих уникальных возможностях. Начну с самого начала. Для того, чтобы понимать, как работает денежная система, посмотрите буквально, я постоянно вот скидываю в чат, давайте я и сегодня скину в чат этот потрясающий мультфильм. Называется «Хочу весь мир плюс 5%». Вот кто не смотрел, дорогие друзья, обязательно его посмотрите, да? Вы поймете, как устроена эта система, как она создавалась. За 40 минут в этом мультфильме вам расскажут, как создавалась система, без каких-то либо исторических ссылок, просто в мультяшной форме. Молодцы, вот это... сняли этот мультфильм немцы. Молодцы им, огромное спасибо. Разложили все по полочкам и так все красиво сделали. В принципе, они в мультяшной форме изложили всю историю возникновения мировой финансовой системы. Вот я сейчас скидываю в чат. Дорогие администраторы, смотрите тоже за чатом, чтобы там не хулиганили боты. Вот, и мультфильм обязательно этот посмотрите сегодня там, или завтра, выходные на носу, как говорится, обязательно посмотрите мультфильм. После того, когда вы уже ознакомитесь с этим мультфильмом и поймете хоть немножечко, в каком мире мы с вами живем, и причем неважно, как говорится, в какой стране вы живете, следующим моментом я рекомендую разобраться в более детально, да, это фильм «Деньги. Пирамида долгов». Пирамида долгов. Сейчас я скину еще этот фильм. Вот, посмотрите, в принципе, он закачан у меня на YouTube. Посмотрите, вот следующий, после мультфильма, посмотрите уже этот фильм, да? После этого фильма рекомендую тем избранным, у которых останется свободное место в голове, вот этим избранным рекомендую пойти еще дальше и посмотреть 4 части уникального фильма, который ну просто взорвет мозг, называется «Дух времени», первая, вторая, третья и четвертая части. Кто это осилит,
я тех называю избранными. Это те небольшое количество людей, которые способны задумываться о смысле своей жизни, задумываться о том, куда он идет, для чего живет и так далее. Да? В этом фильме «Дух времени» полностью разворачивается вся денежная система, все, кто ее создал, все временные исторические где-то события и так далее. Вот когда вы все это посмотрите, тогда вы поймете, что мы с вами живем в огромной глобальной пирамиде. Если вы еще этого не поняли, купите доллар, один доллар, да, в магазине. Если, как говорится, у вас еще есть там обменники, где по единичке можно купить, идите купите и переверните один доллар. Вы увидите, что у нас... Там нарисована пирамида. Все четко для вас, что пирамидальная система, которая сейчас есть. Пирамидальная система – это когда деньги уходят вверх. Да? То есть небольшое количество людей пользуется большим количеством денег. Поэтому, дорогие друзья, скоро у нас появится долларовый триллионер. Представляете, да? Вот, миллиардов уже мало. Сейчас миллиардеры борются за, как говорится, за титул триллионера. Поэтому... В то же время около 5 миллиардов людей на Земле ухудшат качество своей жизни. Вот такая система. Поэтому если вас эта система как-то не устраивает, либо вы немножко уже наработались, вы поняли, что сколько не работая, денег больше не будет, то вам сюда и вам здесь, и поэтому обязательно разберитесь. Ну что, поехали. Вводную информацию немножко рассказал вам, а теперь... изучайте историю создания мировой финансовой системы, как она функционирует и по каким критериям она работает. И вы поймете, что мы живем в охрененнейшем мире, где шансов у обычного человека выбраться из дерьма ну, практически нету. Поэтому создалось наше сообщество под, можно сказать, идеей Дмитрия Васадина больше чем 11 лет назад, вот скоро будет уже 12-й год. Дмитрий Васадин начинает объединять единомышленников, искать их и рассказывать идею, насколько выгодно всем объединяться и жить вместе и иметь свою внутреннюю экономику. Поэтому, дорогие друзья, если вы уже наработались, натерялись, если вы хотите создать себе источник пассивного дохода, надежный источник, от сообщества, которому вот уже скоро будет 12 лет, то вам сюда, дорогие друзья. Сегодня я буду об этом рассказывать. Я расскажу про то, как сообщество... Сейчас я расскажу про то, как сообщество организовалось, потом я расскажу, как я в него попал, потом я расскажу про кабинет, про денежные потоки, и дальше отвечу на часто задаваемые вопросы и расскажу про инфраструктуру сообщества, какая у нас есть финансовая инфраструктура и как этим всем пользоваться. Поэтому возьмите, пожалуйста, карандаш, ручку, бумагу, и если какие-то будут мысли, которые вам будут резонировать, обязательно записывайте. И именно так она больше информации уложится в вашей голове, а это самое главное, самое ценное, и это цель данной встречи. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о нашем сообществе и денежных потоках, как и финансовых инструментах, которые дают возможность получать деньги каждый день. Поехали, дорогие друзья. Как создалось сообщество? История создания. В 2006 году, когда у Дмитрия Васадина в очередной раз стало все очень хорошо, он в очередной раз выскочил из крысиных бегов и стал долларовым миллионером, он стал задумываться о том, что как бы одному с миллионами хорошо, но очень как-то одиноко и скучно. Поэтому он потихонечку начинает создание, моделирование сообщества единомышленников, которые вместе живут в немножко другой жизни. Да? Вот, прочитайте обязательно книгу Паула Коэльо, называется «Победитель остается один». Вот и Дмитрий Васадин, можно сказать, победил систему, но остался один, и он замечтал создать сообщество единомышленников. И с 2006 по 2013 практически 7 лет он думал, потом там уже была, помните, там конец света, смена эпох, и в 2013 году, когда 15 числа, в первый день эпохи Водолея, дорогие друзья, в первый день эпохи Водолея создалось наше сообщество, и это очень круто. И с тех пор оно не без остановок развивается,
и становится все мощнее и дает еще больше нам возможностей. Поехали дальше. То есть Дмитрий Воссадин это сделал не с желания заработать денег, а с желания, как сытому человеку, он только 7 лет думал в состоянии сытого человека, находясь в состоянии сытого человека, да, как создать инструменты и инфраструктуру, чтобы другие голодные люди объединились и помогли друг другу. Вот, и это про нас, это про сообщество, это про денежные потоки. Поехали. Как я пришел в наше сообщество? Когда-то в 2017 году, когда в очередной раз я строил свой небольшой бизнес, я 8 лет был в найме на топовых должностях, в бизнесах в основном. На госработе меня хватило в самом начале трудовой карьеры всего лишь на 9 месяцев, потом я понял, что это просто ну, тупо, прозябание своего времени, и я ушел в частные бизнесы и быстро там достиг по карьерной лестнице больших должностей. Да? 8 лет я проработал в этих должностях, потом я ушел в свой собственный бизнес, и 10 лет я работал в своих собственных бизнесах, в разных бизнесах, я создавал разные компании. За это время я создал около 5 компаний в разных сферах. Это было и строительство, и оптовая торговля, розничная торговля, всевозможные услуги. И последнее, мой бизнес, в котором я, в принципе, и встретил сообщество, это были туристические услуги, у меня было небольшое туристическое агентство. И приходит ко мне знакомый, говорит, тут тема какая-то прикольная есть, на кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. И я улыбнулся. Но, внимание, я ему не сказал, ты дурак, я ему не сказал, ты дебил, зачем ты вообще тянешь меня в какой-то лохотрон, да? Я привык, бизнес меня, вернее, приучил, что если что-то в твоей жизни происходит, то случайности не случайны, и нужно протестировать, либо рассмотреть эту возможность, а уже только потом принимать решение о том, надо тебе это или не надо. Если не надо, просто выкинул в мусор и ушел, пошел дальше жить эту жизнь. Если надо, взял ее с собой по жизни. Поэтому так сделал и я и тогда. Да? Несмотря на то, что его слова были какие-то утопическими, тем не менее я взял как бы эту информацию и стал тестировать, стал смотреть, присматриваться, изучать. Смотреть где-то какие-то чаты. Тогда мне не было Telegram, тогда ну, еле-еле развивался там чаты еще в WhatsApp, там, помню еще, да, были такие времена, сейчас в WhatsApp мы практически вообще не развиваемся. Вот, и когда у меня немножко стало свободного времени, я посмотрел вот Дмитрия Воссадина, его выступление в Монако в 2016 году, и я загорелся, мне очень понравился этот человек, мне понравился как бы его подход к жизни, и то, о чем говорит, мне срезонировало. Почему? Потому что весь тот материал, о котором я вам сказал в самом начале, весь этот материал уже я знал. В 2008-2009 годах я уже посмотрел и Zeitgeist, дух времени, все части, и деньги пирамиды долгов, и, соответственно, понимал, в каком мире я живу. Только это была теоретическая база, но я не понимал, как это на практике можно реализовать. В рамках тоже я был один, да, можно сказать. И тут я нахожу человека, встречаю, кто уже это делает, кто уже объединяет людей и строит другой, совершенно другой финансовый мир. И это просто великолепно. И я загорелся с ним познакомиться. И буквально там... Через полгода у меня получилось, благодаря, кстати, системе, в том числе, мне получилось съездить и навстречу с Дмитрием Воссадиным познакомиться. Я очень удивился, насколько это простой, душевный человек, без всяких понтов, без всяких, как бы, гордыни обычно, да? Попробуйте, как бы, подойти поближе к тому же самому Грефу там, или какому-нибудь олигарху, ну, просто вы не сможете этого сделать, потому что вы никто. Абсолютно, да. Но Дмитрий Воссадин совершенно другого качества человек. Это человек, который вышел из народа, человек такой же обычный, как и мы с вами. Поэтому, дорогие друзья, этот человек не забрался на какой-то пьедестал, этот человек находится среди нас, и он очень как бы и душевно общается, и очень искренне. И абсолютно уверен, что когда вы придете к тому,
осознанию, и у вас появится финансовая возможность с помощью наших денежных потоков съездить в Дмитриево Садино, познакомиться на встречу, вы обязательно это сделаете, замечтаете просто это, и вы просто будете очень довольны, так же, как когда-то и это сделал, как говорится, и я осуществил, как говорится, свою цель. Теперь давайте перейдем к нашим денежным потокам. Что такое денежный поток? Это разновременной психологическо-математический финансовый инструмент, который появился в нашем сообществе не сразу. Я бы сказал, это выстраданный финансовый инструмент, который появился после того, когда сообщество прошло несколько этапов своей эволюции, да, и накопилась статистика поведения участников больших групп масс, да, поведение денежных потоков, как, что надо народу, что не надо, что он берет, что не берет, как он взаимодействует, как деньги влияют на людей, большие деньги как влияют на людей, как у людей сносится крыша, как люди начинают делать неправильные действия и так далее. Вот это огромнейшая просто статистика накопилась. И как хорошо, что как бы Дмитрий Васадин и все как бы кураторы переосмыслили все вот это вот, весь накопленный опыт и зародились алгоритмы денежных потоков. Это просто уникальнейшая штука. Мы в 2018 году мечтали о них, и вот они буквально у нас появились чуть больше 4 лет назад. И они прекрасно работают и до сих пор. И это круто, потому что они заточены на бесконечность. Почему? Потому что нейросеть, сейчас я попозже буду рассказывать, следит за безопасностью нашей системы, и уже больше 2 лет нейросеть управляет нашими денежными потоками. Человеческий фактор мы полностью убрали, поэтому наша система заточена работать вечно. И это радует, да? Поехали. Денежные потоки. Прежде всего, чтобы их понять, нужно зарегистрироваться. Регистрация ни к чему не обязывает. Надо просто взять ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и зарегистрироваться у себя в кабинете. И начинать его читать внимательно, анализировать, читать. Там много написано полезной информации. Вот. Если же у вас нет этого человека, вы не знаете, как попали в этот чат, можете написать мне в личное сообщение, я возьму свою команду и познакомлюсь со всеми нюансами работы системы. Либо выбираете любого лидера-наставника, который скидывает список бот, и выбирайте любого, все грамотные лидеры и имеют хорошие команды обученных участников. Поэтому, дорогие друзья, в самом начале очень важно выбрать наставника по душе. Тогда у вас пойдет синергия движения. Вот, поехали. Вы зарегистрировались, и что вы увидите в кабинете? Вы увидите, прежде всего, информацию о том, что, как управлять нашими денежными потоками, и не просто как управлять, как эффективно управлять, и как их создавать. Эту информацию надо знать наизусть. Потом следующее, вознаграждение за развитие проекта тоже надо знать наизусть. И следующее вы увидите красные, зеленые, оранжевые, фиолетовые, черные вкладочки, да? И будет разное обозначение, под ним будет надпись. То есть это быстрый поток, то есть быстрые деньги, стартовый поток, дальше растущий поток, накопительный поток и лотереи, наши беспроигрышные лотереи. Сейчас о каждом давайте я вам подробненько расскажу. С первого поток я начну, конечно же, со стартового потока. Именно поэтому стартовый поток так и называется, стартовый поток, потому что с него надо начинать. Он вас научит, как правильно управлять денежными средствами. Поэтому стартовый поток обязательно запускайте и учитесь. Положил, забрал, положил, забрал. Он учит правильной стратегии инвестирования. Вы же в детстве, вас же не учили, как правильно нужно инвестировать, да? Поэтому человек с бедным мышлением, он часто попадает в несколько капканов. Первый капкан, ему очень трудно отдать, да, что-то, да, он привык все время брать, дай зарплату, дай аванс, дай там еще там что-то, премию, дай, да, позиция, эта позиция тупиковая, нужно сначала что-то отдать, потом начинать брать, обязательно брать, да, вот, поехали. Стартовый поток учит правильную стратегию инвестирования, вложил, забрал. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы
системы поток кэш, кэшфлоу. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму. Минимальный вход от 5000 рублей на стартовый поток. Но я называю этот поток, можно сказать, обучающим, чтобы вы понимали, как работают денежные средства. Ну, а самые выгодные стартовые потоки, начиная от 100 тысяч рублей. Это самый выгодный номинал, после которого реально стартовый поток становится очень интересным. Ну, а на 5000 рублей можно реально потренироваться и понять, как идет движение денежных средств. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением на величину выбранного номинала потока дважды в месяц. Общая доходность стартового потока за 20 периодов или 10 месяцев разная. Это зависит от того, когда вы купили e-currency, чтобы подтянуть к потоку, на какой номинал вы открыли поток. Доходность идет, конечно же, за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency, который мы покупаем по более дешевому курсу на рынке и продаем кабинет по льготному, более высокому курсу, который существенно выше рыночного. И таким образом у нас получается прибыль, дорогие друзья. Как работает стартовый поток? Стартовый поток, есть несколько типов. Есть премиальный стартовый поток, есть обычный стартовый поток. Рекомендую пользоваться премиальным. E-currency немножко потребуется побольше, но он дает и большую прибыль. Работает он следующим образом. Стартовый поток работает всего 20 периодов, каждый период 2 недели, итого 10 месяцев. 7 периодов мы кормим его, а 13 периодов он кормит нас. Так устроен стартовый поток. Поэтому, дорогие друзья, быстрее вскармливайте как можно большее количество стартовых потоков на как можно большие номиналы, и они начнут вас кормить очень существенно после там 10 периода вы уже начнете чувствовать, как стартовый поток вас начинает заваливать деньгами. Особенно, если у вас хорошие номиналы. Есть еще один поток в разделе стартового потока. Это ускоренный стартовый поток. Если хотите быстрее, то заходите в ускоренный стартовый поток. Это поток под вид стартового, но более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода. Подтягиваем e-currency на все 4 периода, и 5-й период нам дается в подарок, и на 6-м вы выскакиваете сразу на 6-й период начисления. А это тот период, где уже начисление больше, чем номинал потока. Поэтому как будто бы прошло 6 месяцев. Представляете, вы только запустили поток, а как будто бы прошло 6 месяцев с момента его запуска. Вот, поэтому можете обязательно протестировать и ускоренный стартовый поток. В дальнейшем ускоренный стартовый поток работает так же, как и стартовый поток. Мы продолжаем пополнять, снимать. И таким образом каждые 2 недели подтягивая e-currency и каждый раз получая все больше, больше и больше. Поэтому обязательно надо иметь и ускоренный стартовый поток, и стартовый поток, и все другие потоки. Они взаимодополняют друг друга и помогают все больше понимания вам будет давать система, как запускать сложный процент. Это самое главное. Сложный процент в каждом потоке, сложный процент между потоками, сложный процент между платформами. Вот эти три действия вы должны освоить. Идем дальше. Следующий поток, который вы увидите в своем кабинете, это оранжевая закладочка BP, либо быстрый поток. Ну, быстрый поток – один из любимчиков, да. Почему любимчик? Потому что деньги даются быстро очень. Это деньги на каждый день, поэтому мы их называем деньги на каждый день. Обычно, если мы хотим вывести уже деньги из растущего либо стартового, мы обычно прогоняем через быстрый поток и забираем на жизнь. Быстрый поток подразделяется на два вида, да. Первый – это обычный быстрый поток, второй – супербыстрый поток. Обычный быстрый поток работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день в размере 1/30 части равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем, конечно, за счет подтяжки потоку нашей криптовалюты и currency. А супербыстрый поток работает 2 недели. Это самый короткий поток из всех наших денежных потоков. Он для самых коротких ваших свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки начисления премии. Поэтому супербыстрый поток
Это такой маленький двухнедельный депозит с заморозкой средств. И когда происходит 15 нажатия кнопки, он полностью выплачивается вместе с прибылью. Средняя доходность быстрых потоков от 5 там, до 20% в зависимости от номинала и в зависимости от вида потока, который вы выберете. Вот, поэтому пробуйте запускать и супербыстрые потоки, и обычные быстрые потоки, и тренируйтесь. Каждый инструмент нужен в определенном как бы, периоде жизни на определенные цели. Поэтому те ребята, которые хотят реально быстро стартануть и глубоко разобраться в системе, я им рекомендую всегда открывать все потоки хотя бы на минималку, чтобы понимание было, как работает тот либо иной поток, чтобы вы могли хотя бы другим людям объяснить, как это. А вы не сможете это сделать, пока у вас не будет своих собственных, и пока вы не наработаете свой личный опыт. Поэтому все, кто так и сделали, уже давно лидеры в моей команде, и, как говорится, понимают все нюансы работы системы. Поэтому, если хотите тоже, чтобы у вас было более глубокое понимание, откройте все потоки, хотя бы на минималку, и начинайте разбираться, как работает. Это самое главное в этом мире, это знание. Мы уже 24-й год живем в информационном веке, в веке, где правят миром знания и информация. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, что вы сюда заливаете, и очень важно, как вы этими знаниями пользуетесь, дальше используете в своей жизни. Поехали дальше, дорогие друзья. Следующая вкладочка в нашем кабинете, это один тоже из любимчиков, называется «Растущий поток», либо зеленая вкладочка в нашем кабинете. «Растущий поток» – это уникальный алгоритм, который, возможно, сразу вы не поймете, но со временем понимание придет, и вы начнете просто восхищаться, насколько он способен генерить для вас денежные средства. «Растущий поток» это поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его последнего пополнения. Но им можно пользоваться таким образом, что он может до бесконечности давать вам постоянно растущий пассивный доход. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Именно с этого потока наши участники любят покупать себе всевозможные целевые там, подарки, квартиры, машины, ноутбуки, телефоны, гасить долги. Вот, и именно этот поток может превратить вашу жизнь в такую, можно сказать, сказку и помочь вам выйти на определенный уровень жизни. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки currency, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки currency, ваши 100 тысяч в 250 тысяч после подтяжки currency, 500 тысяч в 1,375 тысяч после подтяжки currency, и 1 миллион в 3 миллиона, 3 миллиона в 9 миллионов, 10 в 30 и так далее после подтяжки e-currency. Почему нужна e-currency? Потому что e-currency – это топливо для наших потоков. Поток – это считайте, что вы как будто купили магазин, да? Но магазин сам по себе прибыли не принесет, нужен товар. Да? Так вот, товар – это и есть e-currency. E-currency вы покупаете где-то на оптовой базе товар, то есть подешевле, привозите в магазин, и потом товар продаете подороже. То же самое происходит и в наших денежных потоках, дорогие друзья. Все очень как бы, просто. И чем больше вы как бы, товара завезли, тем больше, чем больше магазин, вернее, вы открыли, тем больше товара туда поместится. Вот, тем больше e-currency вам надо подтянуть, тем больше эти e-currency дадут вам прибыли. Потихонечку разберетесь, все уложится в голове, и вы начнете понимать, как это работает. Растущий поток нужно обязательно выращивать в копилке. Он работает таким образом, что ежедневные начисления дают, стартуют от 0,3% и каждый день увеличиваются на 0,01%. То есть первый день вы нажали 0,3%, второй 0,31%, потом 0,32%, 0,33%. И пока вы деньги накапливаете в копилке, ваш ежедневный поток растет. Как только забрали деньги из копилки, то поток возвращается к 0,3% начисления от суммы в потоке. Если же вы забрали 50% копилки, то на 50% откатывается процент начисления. Поэтому у растущего потока есть два весла. Первое весло – это общая сумма в потоке. Второе весло – это процент ежедневных начислений. Нужно стараться гребсти двумя веслами, тогда ваша лодочка идет прямо к цели. Растущий поток нужно выращивать копилки. Растущий поток учит терпению
Растущий поток прорабатывает жадность и страх потери. Три вещи одновременно происходят. Терпение – это тот фактор, который обязательно присутствует у людей с богатым мышлением. Это очень терпеливые люди. Именно поэтому Уоррен Баффет и говорит, что все нетерпеливые люди очень любят и хотят денег, но деньги любят очень терпеливых людей и всегда идут именно к терпеливым людям. Растущий поток учит терпению. Растущий поток прорабатывает жадность. Почему? Потому что первый момент, первоначальный, да, можно сказать, затык у человека с бедным мышлением – это страх потери. То есть начать, ему тяжело начать что-то, посадить дерево ему тяжело, да. Ой, а вдруг не получится, а вдруг еще что-то, а вдруг лохотрон, а вдруг еще, понимаете? То есть, когда ко мне пришел мой знакомый в том далеком 17 году, я не задавался, а вдруг, я начал тестировать, и мне не важно было, мне важно было знание получить, навыки, которые дают понимание, как работает система. И дальше я уже углубился в философию, в понимание, идею создания сообщества и поехал еще и с основателем познакомился. Что рекомендую сделать и всем вам, да, тогда у вас будет глубина. Без глубины вы будете здесь плавать поверхностно, а когда будете идти в глубину, тогда вы здесь с помощью этой системы сможете кардинально перезагрузить свою жизнь. Даже не узнаете, как вы... ваша жизнь превратится в сказку просто, и вы сможете делать то, о чем вы даже никогда даже и не мечтали в ваших самых смелых снах. Так вот, страх потери – это то, когда человек начинает что-то делать, он боится потерять. Поэтому человек с богатым мышлением никогда не боится потерять. Он тестирует хотя бы для начала на минималке, а потом разбирается, как это работает, а потом начинает увеличивать позиции свои. Поэтому следующий страх – это жадность. Да? Жадность – это страх, что денег завтра не будет. И когда человек начинает заниматься накопительством, бывает такое, что в растущем потоке уже большая копилка жирная, человек бы мог либо вывести на жизнь, как-то изменить, да, свою жизнь, либо реинвестировать, либо еще что-то, но он продолжает копить, заигрываясь в это все, да, поэтому я даже на некоторых своих участников заставляю выводить деньги и менять свою жизнь. Поэтому, дорогие друзья, денежные потоки – это не классический инвестиционный инструмент. Он не создан для того, чтобы вы срубили бабло, он создан, чтобы вы имели деньги каждый день и начинали успокаиваться и менять свою жизнь, менять ее качество. Вот для этого он создан, чтобы вы закрыли весь свой минимум, который требуется для тела, для семьи, закрыли категории безопасности, дом, там, квартира, машина, успокоились, упаковались и начали жить совершенно другой жизнью. Растущий поток начинать можно, рекомендую хотя бы начать с 10 тысяч, но если вы начнете с 50 или 100, это будет очень интересный старт, и вы сразу таким резким рывком пойдете к своему первому миллиону, что и здесь сделали наши многие участники, дорогие друзья. Следующий поток – это сиреневая вкладочка в нашем кабинете, называется накопительный поток, либо мы его называем «деньги на будущее», пенсионный фонд, либо фонд совершеннолетия. Каждый по-разному использует этот поток. Это поток со стратегией от 3 до 25 лет. В кабинете все написано, там есть табличка во вкладочке «Как создать поток и эффективно управлять». Зайдите обязательно в кабинете и внимательно прочитайте. Там есть коэффициенты. Накопительный поток работает таким образом, что есть период накопления. Допустим, если выбрали 3 года, то это 3 года. И есть период выплат, он тоже 3 года. Сначала накапливаем 3 года, потом 3 года получаем выплаты. Если выбрали там минимально 1000 рублей, то через 3 года у вас будет 5000 рублей. И вы будете каждый месяц получать по 5000 рублей. Выбрали 10, будете получать по 50 тысяч рублей и так далее. То есть там это долгосрочная стратегия. Вот, поэтому это стратегия, которая позволит вам иметь деньги и в будущем в том числе. Поэтому, дорогие друзья, задумывайтесь о будущем уже сегодня. Если же у вас еще нет кабинета, и вы не понимаете, о чем я вообще говорю, да, то обязательно зарегистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и
регистрируйтесь. Регистрация ни к чему не обязывает, но у вас будет информация, и вам будет есть о чем подумать, да? Вы внимательно почитаете, посмотрите. Вот, и это вообще дорогого стоит, да? Берете ссылочку у пригласителя. Если у вас нет пригласителя, вы не понимаете, как попали, допустим, в этот чат, можете написать мне в личное сообщение. Я вам дам свои ссылочки, зайдете, зарегистрируйтесь, возьму вас в свою команду. Либо выбирайте любого наставника, который скидывает бот. У нас целый список самых крутейших лидеров-консультантов. Берите, пишите любому и регистрируйтесь. А это самое главное. Регистрация, еще раз говорю, ни к чему не обязывает, но будет у вас о чем подумать. А это уже дорогого стоит. Именно поэтому многие богатые люди не ищут денег, они ищут возможности. И вот вы сегодня видите уникальную возможность, как вы можете изменить свою жизнь к лучшему. И как хорошо, что я не ступил, говорю, в 2017 году, и я этой возможностью воспользовался, и, слава богу, привел свою жизнь в очень, ну, хорошем состоянии. Теперь еще одна закладочка в нашем кабинете. Называется «Поток удачи», дорогие друзья, «Поток удачи», да? Либо наша беспроигрышная лотерея, да, это черная закладочка ЛТ, либо лотерея в нашем кабинете. Нажимаем на нее, там есть большая кнопочка «Правила лотереи», нажимаем на «Правила лотереи» и читаем, там все написано, да? У нас беспроигрышная лотерея на евровой и рублевой площадке – это 5 из 32, на всех остальных 5 из 25. На всех остальных молодых площадках, да. Правила лотереи еще раз читаем в кабинете. Есть на каждой площадке три вида лотереи. Это классическая лотерея, это синяя лотерея и золотая лотерея. Классическая лотерея, допустим, в рублях стоимость 100 рублей, а джекпот 300 тысяч. Синяя стоимость 500 рублей, джекпот 500 тысяч. И золотая стоимость 1000 рублей, джекпот 1 000 000. Поэтому, друзья, играйте, выигрывайте. Вот что сказать, то, что эта лотерея, она самая крутая. Почему? Потому что вы всегда выиграете, она беспроигрышная. Два числа выиграете, три числа, четыре, либо пять, это уже вопрос вашей удачи. Но то, что вы выиграете, это по-любому. Поэтому, если вы покупаете лотерею где-то на улице, да, то шанс, что вы проиграете, ну, практически 99%, да. Если вы покупаете лотерею здесь, в кабинете, то шанс, что вы выиграете, очень близок. Вот за этот только год, это уже у нас идет ноябрь, уже 11 месяц, прошло 10 месяцев, джекпотов сорвали, наверное, штук 50, да? Это и 300 тысяч, и 500, и 1 000 000 был, и 10 тысяч евро, и другие валюты, и польские злоты срывали, поэтому и фунты срывали, дорогие друзья. Те, кто выигрывают, они, конечно же, совершенно быстро перезагружают свои денежные потоки и прям быстрый скачок на новый уровень жизни. Вот. Тот же самый 1 000 000 с золотой лотереей можно закинуть в растущий поток, потянуть и currency, и вот у вас 3 миллиона в потоке плюсом к тому, что уже было. Поэтому и ваша жизнь уже можно перезагружать более смелее. Идем дальше. Теперь я расскажу еще о двух мощных денежных потоках, да? Вообще у меня есть на YouTube презентация, называется, либо здесь, кстати, в чате Telegram, если вы находитесь, посмотрите в закрепе 90 денежных потоков, да? Я специально провел эфир, где мы вообще полностью все посчитали, все потоки, все возможности финансовые, вот их оказалось на сегодняшний день 90. Поэтому, дорогие друзья, одни из них находятся, конечно же, в вашем кабинете во вкладочке «Вознаграждение за развитие проекта». Это два мощных бонуса. Это лидерский бонус и бонус реферальный. Реферальный – это за ваших личных приглашенных, а лидерский – это когда вы уже создали небольшую команду, 10 человек в вашей первой линии, прошли соответствующее обучение, сдали экзамен на собеседование топ-лидера и, соответственно, на совете лидеров топ-лидер вместе с лидером принимает решение о присвоении звания лидер. И таким образом вы отделяетесь, можно сказать, наши лидерские ячейки похожи на матрешки. Вот как бы внутри одной матрешки зарождается еще одна матрешечка, да, поменьше немножко. И вот так вот матрешка внутри матрешки. Даже сама система лидерских как бы ячеек у нас похожа на как бы на славянские традиции, это дорогого стоит, и
это круто работает, просто мега круто. Поэтому если вы же стали лидером, то вам доступна глубина по лидерским ячейкам до 7 уровня, а глубина вашей личной ячейки до бесконечности. Поэтому, дорогие друзья, все, кто еще раздумывает быть им лидером или не быть, либо все, кто имеет из новых участников амбиции лидерские, обязательно закрываете статус лидера, вернее, должность, получаете должность лидера и вперед, как говорится, в новый путь. Это дает очень большой и хороший рывок в получении, вернее, в распределении рекламного бюджета, который распределяется у нас через реферальные бонусы. Вот. В любом случае, у каждого сообщества, проекта есть рекламный бюджет. Наш рекламный бюджет мы не отдаем никому, ни Гуглу, ни Яндексу, ни еще кому-то. Есть рекламный бюджет, мы распределяем среди активных участников и лидеров нашего сообщества. За счет этого мы поддерживаем своих. По принципу кормить нужно своих. И это реально крутейший принцип, и он круто работает. Идем дальше. Теперь, это то, что вы увидите в своем кабинете. Я вам немножечко об этом рассказал. Дальше вам надо на практике углубляться со всем этим, да? И давайте сейчас я расскажу про финансовую инфраструктуру. Это про то, что у нас есть и создано за вот практически уже 12 лет. Первое. Сейчас у нас 7 касс взаимопомощи, либо 7 платформ, да, по-другому. И это причем не просто кассы взаимопомощи, это кассы взаимопомощи нового поколения, да, в которых денежный поток является основным, как бы, алгоритмом работы. И первая площадка — российские рубли, вторая у нас общеевропейская в евро, испанская в евро, польская в злотых, киргизская в сомах, Великобритания в фунтах стерлингах и недавно мощная площадка открылась, китайская площадка в юанях, дорогие друзья. Поэтому используйте эти площадки для того, чтобы не просто развиваться, а развиваться в международной большой команде и строить разновалютный, диверсификационный свой, как бы, портфель. И вот это в момент он важный, да, потому что, развиваясь на всех площадках, вы запускаете валютную диверсификацию рисков, да. Почему? Потому что, ну, мы не знаем, что будет завтра, может, где-то в какой стране какой-то кризис валютный там или еще что-то, да. Вот, и таким образом где-то, может, какая-то валюта просядет, но а у вас есть все кабинеты во всех валютах, вам уже будет, ну, вообще добубно, где какая валюта просела, у вас везде в среднем будет все очень хорошо. Поэтому 7 касс взаимопомощи, 7, дорогие друзья, мне уже пальцев не хватает, стакан стоит, мне уже пальцев не хватает, 7, дорогие друзья, да, то есть у меня сейчас 14 кнопок, то есть каждый день я вот беру вот свой стилус, и каждый день у меня, не знаю, там уже практически занимает время только с кабинетами и работы, не знаю, там порядка часа, наверное, да, чтобы везде разобраться со всем, что там происходит. Вот, плюс переписка, плюс и в кабинете, я имею в виду. И плюс отдельная переписка, да, то есть это, ну, практически полноценный рабочий день иногда бывает. Такое движение идет. Вот, дальше, что у нас еще есть? Наши криптовалюты и currency, которые уже больше, с 2018 года запустилась наша криптовалюта и currency. И вот уже сколько ей уже пошел. 6-й год, дорогие друзья, если не больше. Наша криптовалюта и currency за последние 2-3 года подорожала больше, чем в 100 раз. Представляете, в 100 раз. Если бы вы знали об этой возможности 2-3 года назад и купили хотя бы на 1 000 000 криптовалюты и currency, то сейчас у вас было бы 100 миллионов. Многие говорят: боже мой, где я был? Ну, вы были где-то в другом месте, занимались другими делами с другими людьми. Поэтому как важно быть в нужном месте, заниматься нужными делами с нужными людьми. Вот этот момент, он очень важен. Поэтому если вы уже нашли интересное общество успешных людей, свободных, да, задержитесь возле этого общества, вцепитесь в него зубами, да, и будьте в этом информационном поле. Это то поле, которое вас, хотите вы или нет, он вытянет вас на более лучшие позиции по жизни, и жить вам станет проще. Вот,
Поэтому с кем поведешься, того и наберешься. Знаете, да, это один из главных принципов контактологии. Если поведетесь с финансово свободными людьми, наберетесь финансовой свободы. Поведетесь еще там с кем-то, наберетесь того, что там. И поэтому думайте, с кем вы вводитесь и чего вы набираетесь. Как Роберт Киосаки говорит, кто те 6 людей, с кем вы постоянно общаетесь? Это ваше будущее, дорогие друзья. Поэтому кто те 6 людей, с которыми вы больше всего проводите время? Это ваше будущее. Поэтому думайте, какое у вас будущее. Идем дальше, дорогие друзья. Что есть еще у нас? Конечно же, облачный майнинг, с помощью которого мы майним нашу криптовалюту и currency, и на этом тоже можно хорошо зарабатывать. Но сначала раскрутите, пожалуйста, свои денежные потоки, а потом уже начинайте покупать майнеры и начинайте майнить нашу криптовалюту и currency. И это очень тоже выгодно. Но окупаемость майнеров там год, полтора, иногда даже два, поэтому рекомендую сначала раскрутить потоки, это будет чуть-чуть побыстрее. Вот, идем дальше. Следующее. У нас есть такая штука, как блокчейн. Больше 5 лет уже есть. Не каждый европейский даже банк похвастается наличием своего собственного блокчейна, потому что он делается очень долго и стоит очень дорого. У нас же уже больше 5 лет есть свой собственный блокчейн, поэтому все данные учтены, все данные являются как бы в истории вашего кабинета, и вы можете открыть там ту же самую сберкассу и видеть там каждое начисление, пополнение, снятие. И это полноценный интернет-банкинг, да? Вот, блокчейн – это очень дорогая, крутейшая штука и дает колоссальную надежность. Дальше. У нас есть уже 3 криптовалютно-платежных сервиса. Первый сервис – это сберкасса, заточена для постсоветского пространства. Второй сервис – это Money Storage, заточен для западной финансовой системы. И китайская сберкасса, либо китайский Money Storage, заточен для китайского рынка. Поэтому, дорогие друзья, это тоже хорошая возможность полностью управлять денежными потоками. Это 3 наших больших, крутейших хранилища, с помощью которых мы накапливаем. Также можем пополнять, снимать, выводить, заводить, покупать, конвертировать, то есть это очень мощнейший криптовалютно-платежный сервис. Что у нас есть еще? Это, конечно же, наша нейросеть, которая участвует в распределении денежных потоков, и задача нейросети полностью, она отвечает за безопасность работы нашей системы. Ее задача, чтобы наша система работала вечно. Поэтому, дорогие друзья, человеческий фактор в нашей системе уже полностью исключен. Самообучаемая нейросеть помогает нам в грамотном перераспределении денежных средств. И это очень-очень круто. И так далее. У нас, я только знаю еще проектов, наверное, 5, которые в любое время могут запуститься. Но главное, чтобы вы бы хоть с этим разобрались, с 90 денежными потоками, которые уже у нас имеются в наличии. Поэтому углубляйтесь, разбирайтесь, заниматься реально есть чем. Здесь целый финансовый мир. И когда вы глубже в него погрузитесь, вы будете видеть совершенно новые, крутейшие возможности. Чем глубже погрузились, тем больше видите, будете увидеть возможности. Да? Это вот как мне чем-то напоминает, хотите на дне моря найти клад. Да? Вот чем глубже погрузитесь на дно, вот там клад лежит. Вот то же самое с нашими денежными потоками. Чем глубже погружаешься в потоки, тем больше клада находишь, тем более жирный клад находишь. Через какие-то ваши, может, осознания, да? Теперь давайте отвечу на часто задаваемые вопросы. Первый вопрос, откуда деньги? Второй там, что у нас, пирамида? Не пирамида, лохотрон, не лохотрон, приглашать, не приглашать. 4 вопроса, вот часто задаваемые, да? Деньги. Это самый распространенный вопрос. Его задают участники, которые еще не понимают, как работает наша система. Ну, давайте. Я вам расскажу про 5 источников дохода. Еще есть несколько источников, но это уже больше относится к командному обучению, как бы это уже будет для презентации, для новых участников немножко лишним, но начну. Хорошо, что у нас сейчас на эфире около 300 человек, хоть будут знать ответы на эти вопросы. Да, деньги, первое. Откуда деньги? От прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и currency, который только за последние несколько лет подорожал больше, чем в 100 раз. Сейчас наша криптовалюта чуть-чуть немножко подопустилась, накапливает обороты, накапливает силу,
и пойдет, соответственно, вверх. Почему и currency пойдет вверх? Потому что все большее количество людей создают все большее количество денежных потоков на все большие номиналы. Запомните эту формулу, да, и вспомните, в самое начало, там, когда вы пришли, либо через 2 месяца после того, как вы пришли, и сейчас ваш кабинет, он стал мощнее, он стал больше, ну, значит, в 90% случаев, да, он стал больше и мощнее, вот, и, конечно же, вам надо больше и currency, чтобы крутить мощные денежные потоки. И, ну и, соответственно, спрос на currency тоже будет расти, дорогие друзья. Идем дальше. Второй источник дохода. От справедливого перераспределения не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Впервые этот принцип в истории, по крайней мере, возможно, там в других цивилизациях, которые развивались на планете Земля, возможно, как бы и были подобные идеи, но, по крайней мере, в истории человечества, да, которая до нас дошла впервые, этот принцип озвучил король Артур, и он гласит следующим, то есть первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. И таким образом круглый стол, это называется принцип круглого стола, да, то есть все равны, да, вот это важный момент, поэтому когда стол переговоров, обычно это круглые столы и на равных, общение на равных, как говорится. Так и здесь. Неважно, когда вы пришли в сообщество. Вот я 7-й год, да, кто-то там 10 лет у нас есть, лидеры, топ-лидеры, да, кураторы даже. И либо вы сегодня зарегистрируетесь, у нас у всех кабинеты одинаковые. Проценты одинаковые, возможности одинаковые. А вот как вы будете пользоваться кабинетом, вот в этом большая разница, потому что у меня уже большой уровень доверия, а у вас еще он только формируется. У тех участников, которые еще дольше меня, у них, наверное, еще больше уровень доверия и так далее, да? И, соответственно, смелости. Когда большой уровень доверия, то смело человек действует и решительно идет к цели. Вот, поэтому важно, как вы разобрались. Поэтому ключевое слово, вот почему-то, да, если там в каких-то коммерческих проектах ключевое слово там «давай-давай, людей тяни», у нас ключевое слово не такое, да, у нас ключевое слово «разберись», остановись, выдохни, отключись от шума и разберись в денежных потоках. И именно это ключевое слово в нашем сообществе. Вот. Что такое справедливое перераспределение? Это когда все равны и все денежные средства распределяются не по принципу пирамиды, когда деньги уходят вверх, в верхушки, а распределяются по всей одноранговой сети. Идем дальше. Третий источник дохода, это очень мощный источник дохода от того, что у нас не коммерческий проект, у нас социально-образовательно-финансовый проект. И у нашей системы нет хозяина, и весь доход, который получает наша система, она остается в системе. Вот этот момент, он очень важный. Да? Дмитрий Васадин, у нас есть только идейные основатели. Дмитрий Васадин, да, он жил и живет как бы до развития сообщества очень хорошо. И смыслом и целью создания сообщества было не срубить бабло, а смыслом было объединить людей. Вот. И на данный момент, что такое коммерческий проект, чтобы вы понимали, давайте еще раз, да? Коммерческий проект – это когда один голодный, но умный человек, да, объединяет по пирамидальной системе других голодных с единственной целью его накормить. Запомните, любой принцип, как бы любая цель создания бизнеса – это накормить хозяина бизнеса. Все, больше нет другой цели. Абсолютно, вообще нет. Это когда хозяин станет сыт, и через 20-30 лет, если у него хватит терпения этот бизнес тянуть, возможно, он начнет думать о, там, не знаю, коллективе, начнет думать о тех людях, которые ему помогли создать этот бизнес и так далее. Но не факт, далеко, как показывает история, не факт. Вот, поэтому... Как хорошо, что у нас нет хозяина, у нас есть просто идейный основатель, который немножко корректирует движение сообщества. Вот и все, не более того. Поэтому, дорогие друзья, весь тот большой куш остается в системе.
это 70, иногда даже 100% дохода остается в системе и распределяется по одноранговой сети, где все равны, дорогие друзья. И это очень-очень круто. Поэтому, если вы еще бегаете по коммерческим проектам, переставайте это делать, хватит кормить админов этих проектов. В любом случае, коммерческий проект всегда имеет конец. Конец. А конец коммерческого проекта – это когда это весы, чаша весов. Когда доход, который приносит проекта, как бы еще пока выше, чем геморрой от проекта, да, вот тогда он еще работает. А когда геморрой уже выше, чем доход, тогда этот проект закрывается. Поэтому и это решает хозяин проекта. Поэтому, дорогие друзья, поймите вот эту вещь и прекращайте бегать, кормить админов по коммерческим проектам. Это недолгосрочно, это невыгодно. Я вам говорю как человек, который 10 лет создавал бизнесы и знает принципы, по которым они работают. Идем дальше. Четвертый источник дохода. Деньги от того, что наша система так хитро устроена, что наши потоки надо постоянно пополнять. Мы постоянно пополняем, снимаем, пополняем, снимаем. И каждый раз я пополняю все больше, больше, больше. Вот все, кто следит за моими сторисами, если кто не следит, обязательно следите за моими сторисами. Вы будете видеть, что каждую неделю, там, даже иногда 2, 3, 4 дня я пополняю потоки, каждый раз снимаю, пополняю, снимаю, и каждый раз я пополняю все больше, больше и больше. И также действуют наши все старые участники. Они очень уверенно пополняют свои потоки. И это дает большой, большой как бы балласт уверенности, возможностей и дает еще большие перспективы. Поэтому, дорогие друзья, чем дольше вы здесь задержитесь, тем больше у вас будет возможностей и тем больше у вас жирнее будут денежные потоки. И тем на большие суммы вы будете их пополнять. То есть деньги в систему дополнительно заливаются от постоянного, в том числе, пополнения наших денежных потоков. Дополнительно, понимаете, да? Круто? Очень круто. Вот. И еще есть одна очень такой момент, очень интересный, да? Этот момент я увидел уже после того, как моя команда стала уже многотысячной, очень большой. Я увидел, что не все люди хотят учиться. Я увидел, что... Хорошо, что в нашей команде это, ну, не такой большой процент, там порядка 10-15, вот, еще пока людей, больных болезнью, называется горе от ума, да, то есть я все знаю там, и начинают надевать штанишки каких-то коммерческих проектов, либо проектов, где они там побегали в интернете, на сообщество, а штанишки не налазят, потому что сообщество совершенно создано по другим принципам и законам, да. Так вот, пока человек надевает штанишки, он не поймет одну простую вещь, что здесь надо полностью заново начинать обучение. Здесь надо впасть в состояние ученика, вот эти все знания где-то убрать в сторону, хотя бы на время убрать в сторону, и начать с чистого листа процесс обучения. И когда он его пройдет, он может, если понадобится, эти знания обратно ставить, но уже у него будет база знаний, как говорится, которая поможет ему правильным действиям. И как хорошо, что некоторые участники приходят все-таки к этому, приходят к этой, как бы, процессу обучения, и потом у них все налаживается, и они перестают делать глупые действия в своих кабинетах. То есть глупые, значит, неэффективные. Кабинет бы рад бы дать им больше, но они же сами не берут, потому что делают неправильные действия. Когда делают правильные действия, то получат правильный результат. То есть максимально возможная прибыль, да? Когда делают неправильные действия, то будут получать, ну, не максимально возможную прибыль, то есть неэффективный результат. И это тоже отчасти экономия денег в нашей системе. Конечно, это небольшой процент, но тем не менее он есть, потому что это нежелание людей учиться, и они, многие думают, что они все знают, да? Они еще не стали финансово свободными, но они уже, их эго думает, что они уже все видели в этой жизни. Все только начинается, дорогие друзья. Все только начинается. Поэтому начинайте учиться. Поэтому в нашем народе есть такая пословица, да, либо мудрость, да, умирать собираешься, а поле засеивай. Век живи, век учись. Поэтому век живи, век учись. Даже вот за день перед смертью надо продолжать учиться. И это и есть базовая цель жизни. Идем дальше, дорогие друзья. Так, с деньгами разобрались по пирамиде.
Еще раз повторю, пирамида – это система, в которой мы с вами сейчас живем. Купите $1, пока он есть в обменниках, переверните и посмотрите. Да? Специально засунули баранам под нос, чтобы они видели и не замечали это. Потому что те умные люди, которые создали эту систему, умнейшие люди, они знают, что если хочешь что-то спрятать, на обозрение поставь все это, и этого никто не заметит. Поэтому на $1 специально, не на $1000, не на $100, не на 50, не на даже 2, а на $1 специально нарисовали пирамиду, засунули под нос всем людям, и все до сих пор не замечают, что они живут в глобальной пирамиде. Ну, когда вы посмотрите те как бы, ресурсы, которые я вам сказал в самом начале, я скинул, да, и мультфильм, и «Деньги, пирамиды долгов», «Дух времени», посмотрите, тогда вы поймете, как это все работает. И уже дальше поймете, как в этой системе жить и что вы сможете там сделать в одиночку. Если не придумаете ничего, ну, приходите в сообщество, здесь полегче будет жить. В любом случае, за 7-летний опыт я вам скажу честно, что с сообществом жить намного проще, чем без него. Запомните и запишите вот это. С сообществом жить намного проще, чем без него в одиночку с этой системой. Поэтому и лучше вы поймете это сейчас, чем наработаете свой, как говорится, плачевный жизненный опыт. Вот, поэтому, друзья, пирамида – это система, в которой мы с вами живем, это раз. Во-вторых, пирамида – деньги идут вверх, у нас деньги распределяются. Вот, в пирамиде пирамида работает от вновь прибывших участников. У нас не так. У нас вновь прибывшие участники, они как бы… Они ведут себя пока не смело. Они ведут себя, присматриваются, смотрят. И их взращивают, можно сказать, старые участники, которые создают потоки на сотни тысяч, на миллионы, да, и уверенно развивают свои кабинеты, показывая пример. Да. Вот. Вот эти участники их, можно сказать, кормят, дают возможность им крутить потоки и пользоваться системой. И потом, когда они поймут, через какое-то время пройдут обучение, врубятся, куда они пришли, и начнут с помощью этих инструментов идти к своим целям, вот тогда они уже станут, можно сказать, старичками, и у них тоже будет все очень хорошо. Вот, поэтому это система, в которой как будто вот вы пошли в поход, да, сели все у костра, достали каждый из своего рюкзака все, что принес, и мы скинулись в один большой котел, в общак, сварили у казана большой вкусный суп, кто-то пошел рыбки может поймать, уху, может быть, сварили, и вот сели и накормили друг друга, кому надо, еще добавочки дали. Вот. И тут из кустов вылез новичок, оборванный, голодный, грязный, хреново у него все в жизни, тяжело живется, да, и он решил в поход пойти один, да, ну и, соответственно, все тяготы пути он взял на себя один, ну, соответственно, где-то что-то просчитал, где-то не досчитался, где-то взял питание не столько, сколько способен унести и так далее, да? Потому что все тяготы пути проще всегда нести, когда идет команда, всегда, когда идет коллектив. Вот. Его приглашают, соответственно, к этому вкусному очагу, да, дают ему тарелку супа, его обогревают, кормят, и когда он уже успокоится, что все хорошо, все позади, все трудности, вот тогда он становится, можно сказать, полноценным участником вот этого как бы сообщества вокруг очага. Вот такая маленькая модель нашего сообщества, да. У нас, конечно, намного мощнее сообщество, несколько сотен тысяч человек по всему миру, но, тем не менее, эта модель функционирует, и она очень понятна по принципу одноранговой сети, поэтому пирамида тут, ну, вообще ни к селу, ни к городу, поэтому если тот, кто оперирует такими, как бы, фразами, он просто, ну, не понимает вообще, о чем он говорит, и, соответственно, не понимает даже, что это такое с точки зрения даже геометрии. А пирамида – это самая устойчивая геометрическая фигура. Вот. Поехали дальше. Следующее – это как бы лохотрон, не лохотрон, да? Те люди, у которых небольшой жизненный опыт, либо которые не в состоянии нарабатывать, либо ленятся нарабатывать свой жизненный опыт, те обычно берут чужой жизненный опыт, теоретически насмотрятся телевизора, еще там где-то, да, ну и пытаются по этим шаблонам жить. Но это же не их жизненный опыт, да? Поэтому они живут вот в таких вот
как бы ярлыках, вот так вот они живут в такой серой комнате, и развешанные вот такие ярлыки везде, да, где там пирамида, лохотрон, секта, там еще там что-то там, это там, это обман, там, туда не иди, сюда не иди, там бам-бам-бам, вот в этих страхах сидят, вот в этой серой комнате, вот, поэтому... Когда человек надоест ему, может быть, не в этой жизни, может, в следующей, может, еще через несколько жизней надо прожить. Когда надоест, он выйдет с этой серой комнаты и начнет с большими открытыми глазами жить эту прекрасную жизнь, тогда он начнет нарабатывать свой личный опыт. Отдай-ка, отдай, попробуй, пускай на 3000, я же не обеднею на 3000, возьму, попробую, крутану. А как? Денег станет больше или меньше? Больше? О, надо подумать. А если так? А как завести? А как вывести? А как там что? А как там все? Быть любознательным, да? Вот, вот так работают люди с богатым мышлением. Они не ищут денег, они ищут системы, которые приносят деньги. Поэтому они не боятся потерять несколько долларов, но они постоянно все тестируют. И когда тест положительный, они начинают углубляться в еще большее тестирование. Поэтому, дорогие друзья, пробуйте. Хорошо, что я начал тестировать в далеком 2017 году. Вот дотестировался до того момента, что изменил полностью свою жизнь. Вот и рассказываю вам про денежные потоки, что это тоже возможно. Идем дальше. Приглашать, не приглашать? Вот, тоже распространенный вопрос. Типа, вот, как только новички перестанут заходить к вам в сообщество, вам все, остановитесь. Человек не понимает, как работает наша денежная система, наш параллельный финансовый мир. Мы не зависим от прихода новичков. Это, конечно, хорошо для нашей системы, так же, как от любого в природе действия, когда приходит новая кровь. Это очень хорошо. Но мы от этого не зависимы. Почему? Потому что старые участники создают постоянно все большие потоки. Наша система всегда с деньгами. Это не тем более, что новички денег не приносят. Новички приносят 3000. А мы заходим каждый день сотнями, миллионами. Поэтому, дорогие друзья, подумайте, где деньги. У старых участников, либо у новых участников. Вот новые участники, им надо год-полтора врубиться и изменить свою жизнь. Старый участник, он уже врубился давным-давно, и он уже смело идет к своим целям. Вот, поэтому это вообще неприемлемо к нашей системе. Даже если нас, как говорил Дмитрий Васадин, даже если нас станет 100 человек, мы все равно без проблем можем пользоваться этой великолепной системой. Тем более, что у нас она наикрутейшая, нового поколения. Ну, извините меня, 12 лет. Чтобы создать эту финансовую инфраструктуру, сообщество затратило больше 10 лет своего развития и несколько десятков миллионов долларов. Ну, что вы хотите, да? Эта система уже работающая, эта система уже дает возможности ей пользоваться и делать свой денежный поток. Так. Ну что, друзья, здесь, я думаю, все понятно. И как хорошо, что я в 2017 году не ступил, взял эту возможность и взял эту возможность с собой по жизни. И жить мне стало намного проще, легче, веселее. И скажу честно, еще раз повторюсь, с сообществом жить намного проще, чем без него, наедине с этой системой. Причем неважно, в какой стране вы находитесь. Потому что все страны сейчас находятся под влиянием мировой финансовой системы. Вот, поэтому наше сообщество, это несколько сотен человек по всему миру, развивает денежные потоки. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам также станет намного легче. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все очень хорошо. И когда вы 100% разберетесь с потоками, поймете, как они работают, и у вас придет осознание, такого проекта у вас никогда не было и никогда не будет. Поэтому, дорогие друзья, на сегодня я вам рассказал все для новых участников. Теперь я отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. Если кто хочет что-то спросить, давайте 5-10 минут, я готов ответить. Кто-то, может, хочет поделиться своей историей, какие потоки у кого получилось раскрутить, пока
он пришел в систему. Вот, поэтому тоже буду рад услышать. Поэтому поднимайте руки, центральная кнопочка у вас есть. Поднять руку, значит, я увижу, включу вам микрофон, и вы можете задать соответствующий вопрос. Поэтому давайте, не стесняйтесь, пришло время. Смотрю, во время эфира некоторые там поднимали руки, но вот пришло время, как говорится, поднять руку и спросить вопрос. Либо поделиться своей историей. Давайте, друзья, жду одну минуту, если желающих не будет, пойдем в этот прекрасный день. Поэтому, потому что мне уже личку забросали, у меня, как говорится, есть чем заниматься. Поэтому, друзья, жду рук. Кто хочет поделиться информацией, пожалуйста. Кто первый? Тот герой. Вы же знаете, да? Здравствуйте, слушаю. Так, Надежда, Андрей? Да, слушаю. Да, Надежда первая, очень, да. Я прям очень хочу поделиться. Андрей, так. Я благодарю тебя за супер презентацию, супер. Я прям... Каждому своему участнику хочу, чтобы они это услышали, если их вдруг не было. И хочу, конечно, рассказать. Андрей, я тебя бесконечно благодарю за то, что ты являешься вообще, ну, тем человеком, который изменил мою жизнь. Вот на всю оставшуюся жизнь. Ты человек, который обучаешь. Ты человек, который делишься... бесплатно, бесценным опытом для всей команды. Это настолько ценно, просто невероятно. И благодаря тому, что вот я взяла инструментом вот наше сообщество, я уволилась с работы, я закрыла 5 кредитов, я сейчас, вот прям через несколько дней, осуществится еще одна моя мечта. Я покупаю квартиру за 3 миллиона. Ребята, это всего лишь год и 2 месяца в нашем сообществе. Представьте себе, за наличку. Вот отработав 17 лет на Крайнем Севере, у меня прям вот слезы на глазах, я получила пенсию 2254 рубля. И в книжечке было написано пожизненно. Так вот, наше сообщество – это просто уникальная возможность для каждого абсолютно, особенно для молодых. Я вот прям сейчас хочу обратиться к каждому молодому человеку, кто еще не пенсионного возраста, откройте для себя накопительный поток. Откройте. И это небольшая сумма денег, небольшая. Вот, например, как, ну, пусть это будет, ну, 10 тысяч, да? Вы платите больше куда-то. 10 тысяч в накопительный поток вам даст следующие 3 года. Отправьте себя на пенсию через 3 года. Вы будете получать 57 тысяч 500. Друзья, это сообщество, которое меняет жизнь здесь, сейчас и наше будущее. Я, Андрей, благодарю за то, что вот ты настолько уникально преподносишь всю эту информацию и заботишься не только о нашей финансовой вот, ну, составляющей. Мы становимся здесь, понятно, вообще... счастливыми людьми, но ты еще заботишься о другом, о нашем духовном, о нашем здоровье. Андрей, я тебе бесконечно благодарна. Благодарю тебя бесконечно. Каждый день молюсь за тебя, потому что ты являешься проводником в мою новую счастливую жизнь. Благодарю. Благодарю, Надежда. Надежда у нас один из мощнейших лидеров, который просто ворвалась в денежные потоки. Надежда – это тот лидер, который, кстати, есть в нашем списке. Если хотите, можете зайти к Надежде в команду в том числе. Вот, Надежда сделала невероятное. Причем все потому, что услышала меня и разобралась. Вот и все. Так, Наталья. Наталья, слушаю. Здравствуйте, Андрей. Слышите, здравствуйте. Да, меня? Да, слышу. Хотелось бы узнать, куда... поступают деньги, если в случае из потока, если человек, например, внезапно умирает, там попадает в ДТП, ну и прочее. Ну, во-первых, этому человеку надо контактировать со своими родственниками и рассказать им, где там логины и пароли, да, поэтому всем участникам я настоятельно рекомендую там со своей командой завести блокнотик, да, у вас должен быть такой блокнотик, такого небольшого варианта, вот такой,
как телефон, да, допустим. Вот возьмите там телефон, вот такой вот блокнот карманного типа, да, вот чтобы в карман положить. В этом блокнотике у вас должны логины, пароли быть, вот. И чтобы как бы родственники тоже как бы, ну, знали это, наследники, да, что есть там аккаунт, и чтобы могли они в дальнейшем этим аккаунтом тоже как бы пользоваться с этого же устройства, этим же логином и паролем, да. Вот, поэтому рекомендую делать именно таким образом. В EID можно поменять имя, фамилию без проблем, вот, чтобы у вас был доступ также к этой почте, то есть... Все люди уже во взрослом возрасте, они же должны позаботиться о том, чтобы были наследники и чтобы, соответственно, брали их кабинет в, как бы, в работу. Да. Вот, поэтому с самой системы прям вот такого, таковой там перехода в наследство ее пока нету. Вот. Поэтому берите, задумывайтесь об этом заранее. Если вы не будете там... как бы относиться к этому похабно, да, как говорится, ой, тут пароль не помню, там непонятно что, тут доделал, бросил, там еще что-то, вот так вот, да, то вот так вот оно все и будет. А когда у вас все четенько, все красивенько, все расписано, логин, пароль, там сайт, все там, все настроено, вы прошли полностью комплексное обучение, вы грамотный участник, то у вас все будет очень хорошо, поэтому... То же самое и дело нужно показать вашим наследникам, и все. Вот поэтому они возьмут ваш кабинет и будут им управлять. Поменяют просто имя, и вот и все, как бы проблем. То есть пока нету. В дальнейшем, если у нас будет, ну, четкая система перехода по наследству, вот, мы об этом тоже озвучим. Ну, это уже будет на командных обучениях. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Еще вопросы? Андрей, можно я? Да, слушаю, Алла. Угу. Добрый вечер всем. И у меня нет вопроса, я хочу немножко рассказать о себе. 6 ноября было ровно год, как я в сообществе. И когда я узнала, мой пригласитель Ирина Семяхина сказала, что можно без приглашений, я согласилась сразу. И это было как бы, ну, определяющим, что без приглашений. И 10 месяцев я молча нажимала каждый день кнопочку. И за эти 10 месяцев я заработала почти 1 000 000 и решила, что пора делиться. И вот ровно месяц назад я начала строить команду. Я очень счастлива тем, что я сюда пришла, тем, что я сидела эти 10 месяцев. Мои партнеры уже говорят, как тебе не стыдно, почему ты молчала. Вы знаете, немножко стыдно, но с другой стороны... Я получила столько знаний, я получила такую огромную мотивацию, и я с удовольствием теперь об этом рассказываю, и моя команда растет, и надеюсь очень скоро стать лидером. Благодарю. Отлично, спасибо большое, Алла, ожидаем вас в лидерском составе, это круто. Видите, какая история прекрасная, и таких историй у нас, ну, много, очень много. Ну что, дорогие друзья, еще есть вопросы? Или уже будем завязывать, заканчивать? Все, вопросов пока нет, да? Все, спасибо всем, хорошего всем вечера, хороших выходных. Обязательно посмотрите эфиры, которые я скинул. Если вы не смотрели мультфильм, соответственно, «Деньги, пирамида долгов», «Дух времени», первая, вторая, третья часть. Нас было на эфире почти 350 человек. Вы наикрутейшие люди. И я очень горд, что я с вами вместе в одном прекраснейшем сообществе под названием «Меркурий» под названием «Сообщество свободных людей». Всем счастливо, до новых встреч и хороших вам выходных.